и затем одевали. Каждый предмет что-то значит для женщин. Первый из предметов у нас идет парка. Парка белая символизирует священного лебедя. Священные в эпических сказаниях Далган белое одеяние – это одеяние священных белых лебедей. Девушки священные Аи спускались на них белых лебедей. Долганской невесты. Микрофон. Связан с образом одежды дочери Аи. Долганских девочек и сказательниц, что браки между верными божествами земли. Дети от этих браков становятся стражами среднего мира, за родителями древних родов Долган. Таким образом, появление человека связано с божественным благопожеланием Аи. Металлические украшения символизируют свет, а блеск небесного светила, как напоминание непрерывной связи между верхним и средним миром. Затем одевают пояс. Женский пояс символизирует, что женщина уже готова к браку, так как в задней части у нее находятся металлические хельбюри. Это две дороги. Дорога мужа и дорога ее самой. Это только могли позволить себе уже замужние женщины, так как это две дороги, его супруга и ее. Тем самым перекрещивает ее жизнь. Также женщина, когда выходит замуж, у нее две косы. И это тоже символизирует ее и мужа. Девочки. Затем одевает бастына, то есть ободок. Ободок закрывает лобную часть женщины. Центральное круглое основание ободка символизирует кюн, солнце, как непрерывную связь с божественным началом. Затем одевают платок. Теперь женщина обязательно должна прикрывать свою голову. Женщине всегда давали посох. Посох Нори. Он обозначает, что уже она замужняя будет женщина. Этот посох Нори будет ее везде и всегда сопровождать. Нориком. Священный посох Нори. Это символизирует в руках священной матери Вселенной. На конце видим священные птицы. Вот. Это птица утка, которая в принципе, или гусь, символизирует любимую птицу нашей Матери Вселенной. Затем процессия вся идет к священному Нядзи. Это покровительница женщин. Вначале идет девушка. Потом процессы девушки. Женщина, невеста, подходит к священному жизни, покровительнице женщины, сакши, или дякна, она к нему прикасается. Именно традиционно. Вот у меня традиционно. Затем в процессе подходят остальные девушки. Хорошо, Герман, а потом? Да, я ее